В Южноуральске малыши в детском саду спасли птенца, выпавшего из гнезда. Видео спасения было опубликовано в соцсетях и вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Эти кадры сняли в детском саду, малыши окружили птенца. Но благо поблизости оказался воспитатель. Упал птенец из гнезда. Мамочка переживает. Конечно, мы его не будем брать. Воспитатель объяснила детям, что трогать пернатого нельзя, ведь его мама должна сама спуститься к детенышу и помочь.